Друзья, всем привет! Сейчас, короче, буду кушать рассольник из баранины. Вот так он выглядит. Вот такой вот красивый. Замечательный. Вот баранина. Вот смотрите, кусочки мяса баранины. Вот. Покрупнее вам покажу. Баранина. Вот, вот такой вот супчик-рассольник. Выглядит красиво, замечательно и очень классно пахнет, друзья. Вот. Сейчас будем с вами кушать эту вкуснятину. Сейчас себе пару зубчиков чесночка почищу и буду с вами есть. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Друзья, давайте кушать. Вот чесночок я почистил. Так, сейчас, секундочку, друзья. Так, еще начнем. Объедение. Я обожаю баранину. Хотя понимаю, конечно, что баранина на любителя, потому что как бы у нее вкус такой специфический, но мне нравится. Но так я знаю много моих знакомых, которые вообще не любят баранину. Я люблю. Миско. Офигенные, друзья. Очень вкусное, нежное мясо. Это молодой барашек, это мне знакомые угостили. Мясо нежнейшее. Прям тает во рту. Это, друзья, да, чтобы тарелочка была видна. О, нет, друзья, горячая. Горячая. Смотрите, друзья, баранинка, кусочки мяса, дальше чуть-чуть посолим, укусим чуть-чуть чесночка, хлебушка и миска.
друзья, сегодня купил я билеты же. Билет домой, так что в середине февраля поеду домой на 10 дней. Покупал билет на Савеловском вокзале, приехал там. Очереди практически не было, два человека стояли в кассу. Так что... Чесночок. Чесночок. Друзья, клевый. Клевый растольничек. Мяско. Вообще обожаю баранину. Особенно когда молодой барашек. Вообще кайф. Мясо. Мясо баранина. Ну все, друзья, спасибо вам огромное за просмотр, счастья вам, здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч, увидимся.